Девочки, сегодня у меня была генеральная уборка по новому методу. Не снимала ничего, просто вам расскажу. У меня так все чистенько, так все красивенько. Просто прелесть. Просто прелесть. София, привет. В общем, убирала. Посмотрела в интернете девчонку одну, и она говорит, у меня метод уборки слева направо. И вот я начала вот так с этой стороны, туда-туда. Тут в этот в закоуточек везде все помыла. И так постепенно по всей квартире. Выдраила, вылезала, все на свете. Все у нас теперь везде красивенько, так как мне нравится. Немножко тут у Софии поубирали. Но осталось так, как ей удобно. Да? Конечно. Ага. В общем, все везде хорошо попылесосила, руками полы повымывала. Мне нравится. Везде у нас порядочек в этом. София цветочки отсюда переставила себе в этот. А, ближе туда. Тут машинка у меня стирается. Все везде намыла. Стекла не намыла. Девочки, сейчас возвращаюсь. Я уже собралась купаться идти. Блин, зеркало не понатирала. Сейчас иду. Спрашивали у меня по поводу... Сейчас я вам покажу. Ой. Девчата, по поводу вот этого вот Бреф. Нормально, хорошо отмывает. Кто не пробовал, можете попробовать. Мне понравился. Бреф хороший. Тут надо еще немножко тоже. Но я уже не успеваю. Сейчас Аня и Камилу привезет. Я еще покупаться хочу. Так что все везде чисто, повымывала. Пахнет. Вот. Так что способ уборки слева направо, вот ты движешься слева направо, и вот каждый участок убираешь, складываешь. Ну, там девочка, например, рассказывала, что она еще берет с собой корзину, и там ненужные вещи, она сразу туда скидывает и потом расставляет по местам. Не, я сразу все делала по местам, и идеально, мне прям нравится хорошо. Эту вазочку поставила сюда, помыла цветочки, все везде помыла. Ой, аж дышать легче стало. Да, София? Угу. Ну, мне так кажется. Когда уберешь, всегда так аж хорошо. Так что попробуйте. Попробуйте такой метод. Вот именно слева направо. Вот вы начали думать. Там мойте, там убираете, там подтираете. То-то, то-то, то-то. И так пошли по каждым закуточкам. Подоконники повымывала. Очень хорошо. Мне понравилось. Знаете, какое средство? Сейчас вам тоже покажу, девочки. Очень... Ну, может, вы пользуетесь сив. Вот этот крем Актив. Очень хорошо. Лимончик, запах такой приятный. И вот подоконники, оно, знаете, как пыль забивается, там это прям выедает, вымывает отлично. Я и стол, столешницу им тоже помыла. Вот, сив мне понравился. Вот, смотрите, какие чистенькие. Беленькие подоконнички, все чистенько, хорошо, все за батареей, ну везде тут, в общем, все помыла, убрала, просто чудесно, чудесно и прекрасно. Один цветок остался, стоит там уже, ладно, пусть стоит. Все, сейчас я быстро, наверное, натру зеркала и пойду купаться. И еще, девочки, один способ сегодня испробовала тоже вот эта девушка, которая рассказывала про уборку слева направо. Она рассказала, как она натирает зеркала. Действительно, ну как видите, я себя не хочу показывать. Зеркала вот, ну не знаю, видно вам, девочки, ну чистенькие все, без разводов. Я уже с двух сторон смотрела, и с той стороны. Зеркала идеальные. Вот это вот тряпочка, которая именно вот вы используете для зеркал. Ну, вот у меня именно для зеркал одна тряпка. Ну, стекла могу еще и натирать. Ну, в основном зеркала натираю. Вот мочите ее горячей водой. Прям вода кипяток такой. Ну, аж больновато вам будет отжимать ее. Намочили, тряпка должна быть горячая. И этой тряпочкой горячей натираете вот, зеркала.
и вообще разводы не остаются. Без ничего, ничем не пшикала, ничего не добавляла, просто горячей тряпкой. Хорошо выжимаете, я так два раза сделала, прошла вообще. Вообще все идеальненько, все идеальненько, девочки, все. О, я попала в кадр. Класс, мне понравился такой способ. Берите себе на заметочку, пробуйте. Такой горячей водой выжимайте хорошо и вытирайте. Все. Девочки, должна быть такая. Вот она как хэбэшка. Синтетики нет. Девочки, а еще? Так, я так спешила, так спешила. Аня должна была с Камилой приехать, а потом, ну, говорит, я не приеду. Вернее, она позвонила и говорит, я приехала на заниматься. Я ее просила, говорю, будешь идти хлеб купи? Она говорит, я тебе хлеб купила. Ну, заходить не буду, время уже поджимает. Так мне пришлось полотенце. Думаю, боже, хоть бы никто в лифте не ехал, то скажет, едет дамочка. А я буду есть. Я говорю, у меня вкусняшек столько. Я говорю, тебя угостила. Она говорит, ну, Камила осталась дома. Так, девочки, картошечку буду, которую готовила. Нагрела себе картошку. И салат с капусты. Как-то мне в комментариях спрашивали, салат с капусты похож вкус? Не, ну он чуть-чуть, девочки, есть хочу. Чуть-чуть отличается вкус капусточки, чем обычная. Ну, вкусный. Кто-то спрашивал, говорит, запах неприятный. Нормальный запах капусты. И картошка такая вчера вкусная получилась. Сама картошка очень вкусная. Но ее нельзя жарить. Мы как-то жарили. Она вся разварилась. Женя такими брусочками, ну, соломкой порезал. Красиво. Она вся. Я говорю, это только варить. Ну, ладно. Сейчас поем. Высушу голову. Будем с вами примеркой заниматься. Угу. Наконец-то! Угу. Посылку вам покажу. Микуся, что ты гавкаешь? Закончили салфетки? Да. Сходить купить. Так привыкла вот эти в коробочке салфетки стоят рядом. Ешь. Сразу взялся и что-то вытер. Микки, это София. Ты что, навпизнала? Ничего ты. Ладно, сейчас я поем. Кофейка попью. И будем примерку делать. Сейчас волосы высушу. Что ты? Такая вкусная. Кто? Картошка? Угу. Дай мне салфетку. Да. Я обычно... Спасибо. На второй день не очень любила картошку. Я то разогрета, а это вкусная. А может, я голодная? Так, ну что, девочки, будем смотреть посылочку. О, Софичка, и твоя футболочка приехала. Так, это... Давай, Софи, твое покажу быстро. Софичка, на тебе. Давай. Сейчас девочкам покажу. Конфетки и резиночка. Новая, что ли? Да. Красивая резиночка. Приятно, когда так присылают. Да? Спасибо. Оленькая, хорошенькая. С бантиком? Да. Не видно, засвечивает. Вот так. Видно вам. На, конфетки. Спасибо. Большое. Да. Спасибо. Так, иди смотри футболку. Я разговаривала по телефону. Смотрите, как красиво. Так. И такая беленькая футболочка. Чудесная вообще. Хорошая. Базовая белая футболочка. Да, качество такое хорошее. ХБшечка со стрейчем. Хорошая. Померяешь, Софика? Красивая, да. Мерей.
Так, девочки, а мне костюм двойка приехал. Сейчас будем двойку мерить. В общем, тройку отправили в Днепр. Мама на знакомая забрала себе и кофточку. Единицу тоже зрительница забрала. Ира, привет. Единичка тоже уехал в костюм. Надеюсь, двойка останется мне. У меня тоже подарки. Да? Да. А у меня другая резиночка. Ну, тоже, да, бантик? Да, выходи. Хорошо, Сосечка. Ну, да, хорошая, очень удобная. Просто белая футболочка. Спасибо большое. Классная, да? Да. Очень приятная ткань к телу. Ну, хорошая, хбшка. Да. О, у меня вот такая заколочка. Ой, тоже красивая очень. Можно бантик. Волосы. И с этими, с такими бусинками, как жемчуг. Вот вроде бы такая мелочь, а как приятно, да? Угу. Так, костюм. Я и так в черном хожу, и сейчас в черном буду. Так, это у нас двоечка. Сейчас посмотрим. Двоечка? Да. Да, да, девочки. Так, это двойка. Камеру не убрала с фиксации. Так, ну сейчас я вам померяю. Как раз похолодало, можно ходить в теплом костюме. Вот это я наснимала видео, девочки. Все вам продемонстрировала, показала. Поставила на фото. Мне вот так 1000 фотографий нафотографировала и все. София говорит, а что это ты фотографии включила? Девочки, вот так костюмчик. Вот так смотрится хорошо. Вот двоечка то, что надо. Мне нравится. В самый раз, короче. Да. В самый раз. И кофта, видите, как не вот так, как та была в обтяжку. Можно вот с манжетиком. Вот. С манжетиком. А можно и подвернуть. Вот как сделать коротенькую. Кто любит, вот так покороче. Да? Лучше mm-hmm. так. Господи, чтобы не упасть. Такой костюм. Пока он до меня доехал, то один, то второй, то третий. Хорошо, что там все девчонки позабирали. Там столько нового уже, девочки, повыходило. И то пришло, ну, фотки выставили. И там столько новинок всего. Аня себе такой красивый розовый костюм заказала, тоже велюровый. Но только штаны палаццо идут, широкие такие. Вот, очень красивые. Ну, я не знаю, надо ли мне такой. Разные цвета, и голубые есть там, и такая пыльная роза, и серенький. Вообще, и потом вязаные трикотажные костюмы красивые. На пуговичках тут такие строгие, тоже брючки широкие, кто любит. Вообще, и цены нормальные, девочки. Мне писали в комментариях, знаете, сколько людей зашли и заказали, и по ссылке поприходили, и все довольные. И мы довольны, и вы довольны. Кому не нравится, тому не нравится, а нам нравится. Красиво. Все. Можно ходить. Куртку накинул, жилетку и пошел. Тепло и красиво. Да, Мики, тебе нравится? Микуська. Так, вам ближе покажу в зеркале, как смотрится. Нормально, хорошо. Вот не сильно так в обтяжечку, ну и так хорошенький костюмчик. И тут нормально. Все отлично. Такая вам мода, девочки. Ссылку оставлю под видео в описании, девочки. Заходите, там много всего интересного. Приехали бодики, которые у Ани вот этот серый, видели, красивый. Только там без графитовой расцветки. Без графитового, да? Да, просто обычный бодик. София черный себе попросила бодик. Вот. Ну, конечно, у Ани мне понравилась ткань. Но приедет черный, посмотрим, какой черный.
что заходите, выбирайте. Там столько всего вообще. Я оставлю на Телеграм ссылку, на Инстаграм, а где еще там Фейсбук. А на Фейсбук у меня нету, по-моему. Надо поискать, посмотреть. Но я в Фейсбуке редко бываю. В основном Телеграм, Инстаграм. Вот, все. Такие у нас покупки, обновки. Сейчас бантик померяем. Резинку. Только волосы высушила. Микуська, чего ты бегаешь? О, девчонка. Ой, хорошо держит. Можно даже немного раз. Не знаю, ну глянь, Софийка. Что там видно? Я не вижу. Ну, нет, чуть-чуть надо поправить тебе. Да. Бантик? Да. Ну, подойди сюда. Чуть-чуть. Ну, я не хочу, ну, подойди, говорю. А, мне. Ты не хочешь на видео? Вот, да. Вот я, да? Да, красиво. Хорошо? Очень. Да. Все, холодно, капюшон накинул. Пошел. Куртку накинул, и отлично. Можно оставить как домашний костюм. Ходить и тепло, и красиво. Ой, я не могу, у меня лицо такое красное. Согрелась. Хорошо. Наконец-то. Все тогда. Всем пока-пока. До завтра, девчата. Будем вести конфетки. Миллениум и Твикс. Спасибо. Очень приятно, когда такой подарочек положили. Мило и приятно, да? Микуська, что ты облизываешься? Иди с девочками. Поздороваемся чуть-чуть. Скажи всем привет. Надо купить на телефон. Это я губы накрасила помадой. Уже сразу слизывает. На телефон и видео продаются. Девочки, про телефон сниму. Я все никак не доберусь про телефон снять. Вот такие, вот такое вот есть зеркальце. Это я сейчас снимаю, я себя не вижу. Что я там снимаю? Чтобы видно было, когда снимаешь на другую камеру. Все. Микуська отвернулась. Говори, все. Всем пока. Мы рады были вас видеть и слышать.